мальчишки, а бабушка связала шарф и шапочку. Так, половина текста достаточно. Скажи, пожалуйста, что подарили Наташе на день рождения? Да, как его зовут? Мишка. Хорошо. А давай хорошо скажем. Давай. Мишка. Еще раз. Мишка. Умница. Мишка. Хорошо. Скажи, пожалуйста, а что Наташа ему шила? Да, что это? Рубашка. Рубашка. Умничка. Рубашку и штанишки. Ну, ты молодец, хочу тебе сказать, Никита. Умничка. До него был постарше ребенок.